Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы, ребята, продолжаем играть в мини-титаны. Вперед! Так, отлично. Как вы помните, мы с вами остановились на том, что он должен попасть на чемпионат. Но нам этого, по ходу дела, не видать. Привет! А, ну это мы читали с вами. Так, что у меня? У меня два. Робот и Робин. Так, я смотрю, здесь у нас какой-то бой может быть. Это что еще за чудик? Приветствую, гражданин. Давайте побеседуем. Но не стоит тут расхаживать. Мне приказали оцепить местность. Говорят, в теневом округе устраивают опасные битвы фигурок. Не беспокойтесь, офицер. Перед вами профессиональный супергерой. Супергерой, говоришь? А какие у тебя суперспособности? В любом случае, не смогу тебя пропустить, дорогой мой супергерой. Вот был бы ты чемпионом в боях фигурок, ха-ха. А если я и есть чемпион? Ну, конечно, чемпион выискался. Где же твой приз? А ну-ка давай-ка битву ему устроим, чтобы не возникал здесь, а? Так, офицер Дак против Робина Собаки. Так, что у него там? Уровень 5, какой-то фигурка циклоп. Так, ну и титаны сейчас будут рвать этого циклопа, я надеюсь. Так, отличненько, подготавливаемся. И кто здесь? Кто здесь? Какой-то красавчик нас там ожидает. Ух ты, бедняжка, ты сейчас ты у меня схлопочешь. Ускоряемся. Так, давайте-ка. Не, давайте вот эту. А ну-ка, получи плазменный выстрел. На раз, а, нет. Нет, просто он упал. Так, хорош там что-то буенный. Ух ты, ёлки, ты палки. Значит, это у нас циклоп, который из глаз метает лазеры. Ну, придется тогда тебя проучить. Так, Робин, не оплошай. Тихо, он опять готовит. Сбей ему. Так, отлично, 5 хп всего осталось. Думаю, тихо. Так, 2 мощи мы получаем с роботом на пару. Ух, промазал мазила. Теперь моя очередь. Так, давайте, наверное. Так, какого лешего-то, я не понял. Я хотел трубы дождаться. А, ну правильно, у него же там 3 стрела. На-ка, выпуска. По башке, по своей тупой, получи. И победа за нами, ребята. Я даже в этом не сомневался. 710 золотых. Ёлки-палки, мой робот получил, по-моему, уровень. А это значит, что я могу апгрейдить его. Шикарно. Так, что мы поставим? Давайте, наверное, мощь. Будет самое то для него. Будет мощнявый. Так, а Робину мы сделаем, наверное, везение, да? Да, пускай будет везение. 12 везений у нас в общей сумме, и меня это радует. Так, ну что там нам Дак скажет? Миленький плащ, дружище. Еще бы. Это все, что ты мог мне сказать? Сынок. Ладно, нам надо с вами что-то делать. Я так не понял, нам надо дождаться утра, по ходу дела, да? Чтобы пройти на чемпионат. Или что? По ходу дела, да. Потому что ночью нас не пускает. Так, давайте прогуляемся. Посмотрим, что нас там ждет впереди. Центр. Ну, понятно, что центр. Так, а корзинка... так, это дружище наш. Человека, пес стоит, уже неактивный. А, во, отлично, наступил день. Так, подождите, надо мне вернуться. О, это, по-моему, магазин, да? Магазин игрушек, если я не ошибаюсь. Вау, великолепно. У меня 770 денежек. А сколько стоят игрушки? Bad Girl. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сумма-то какая, ядрить ее на корень. Нет, это мне не подходит. Blackfire. Так, Starfile. Red X. Билли какой-то. Блин, я даже не знаю, кого взять. Так, пчела, я вижу там у нас. Так, ну-ка, 375 она стоит, да? Так, отлично, берем.
Новенькая еще в упаковочке. Красота. Да? Так. А что она умеет делать-то? Пчела уровень 1. Все фигурки отправлены в башню титанов. И что вы предлагаете? Я что-то не... Так, моя коллекция. Энциклопедия. Ё-моё. Так. Пчела. Карен Бичер, также известна как пчела, лидер титанов Востока. Ее любимые цвета — черный и желтый. Любимая еда — мед. Любимое насекомое — попробуйте догадаться самостоятельно. Ну, естественно, пчела. Чё тут догадываться-то? Так, ну ладно, это хорошо. А что за награды? А, это мы будем получать кубки за чемпионаты. Великолепно. Так, ну что, пчела, а что она у нас делает? Вот единственное, что не написали про ее суперудары. Характеристика ее не дана. А что она делает, не было. Так. Ну что, мы можем еще что-нибудь купить? 395 золотых у нас, ребята. Вау, давайте его возьмем. Red X. Новенький еще в упаковочке первого уровня. Так. Так, 4 фигурки из 77 мы нашли. Red X. Он отправился в башню титанов. Какой-то похожий ниндзя теневой. Ну, мы с таким как-то, помню, дрались. Было у нас один раз. Свежие новости. И где? Ну-ка. Нет, ну это же мы читали. Эти новости старые. А где свежие-то? Так, мы еще собаку одну должны победить, чтобы завершить задание, да? У нас задание висит. Победить 3 псов. Ну да ладно, это мы как-нибудь попозже сделаем. Побежали теперь на чемпионат. Вот там. Приветствую тебя, юный покупатель. Боюсь, что для участия в турнире у тебя должно быть как минимум 6 фигурок. Но не волнуйся, ты всегда можешь купить новых крошечных титанов в любом из моих магазинов. Ах ты, плешивый. Почему сразу не сказали, что нужно 6 фигурок, а? Олух ты, блин. Ядрить его на корень, а у меня всего 3, и денег-то у меня больше нету. Нажмите на любой люк, чтобы переместиться. А где тут люк? Где тут люк? Я вас спрашиваю. Не вижу ни одного люка. Хотя, ребята, насколько я помню, мы все-таки где-то с вами его открывали. Вот здесь, по-моему. Ага, отлично, быстрое перемещение. Только что оно мне дало? Ничего, ровным счетом. Так, задание. У меня 2 задания почему-то висит. Скоро, Кордс. Что значит скоро? Ага, значит, ребята, здесь будет еще обновление. Понятно, это радует, это хорошо. Я люблю, когда игры не забрасывают, а делают и прогрессируют, и улучшают, и так далее, и тому подобное. Куда? Что такое? Что за сиреночка? Привет, чудо-мальчик. Кажется, я снова забыл запереть дверь в офис, поскольку у тебя нет дел, никаких важных дел. Проверь, закрыта ли дверь, пожалуйста, Бэтмен. Это что, шутка, что ли? Издевается надо мной? Я вам что, мальчик на побегушках, а? Проверь парадный вход в корпорацию Уэйна. Эй, ребята, они сюда и это еще приплюсовали, Бэтмена, да? Ага, так, а где? Где эта парадная дверь? Ё-моё, я не вижу. Я не могу понять, не могу даже, как сказать, сориентироваться по этой карте. Уэйна, корпорация Уэйна, блин. Черт его знает, куда там бежать-то, да? Ну, в самом деле. Так, что у меня тут? Нет, мне сюда не надо. Да, сразу, давайте уж сразу тогда сюда и Джокера, и... Ну, хотя, в принципе, я Робин. Я же Робин. Робин. Я же напарник Бэтмена. Напарник, почему бы и нет? Так, ладно, давайте-ка, что здесь у нас такое? Тоймен. Тоймен. По-моему, это уже был Тоймен, мы с ним дрались, который там вся... возомнил учителем и хотел нас научить новым приемам. Ну, как обычно, всхлопотал от нас и был нокаутирован. Так, а это что за мадамушка тут стоит такая, а? Ты какая? Приветствую тебя, Робин! Нечего с тобой болтать, Starfire. Кстати, у нее же... Кстати, это же есть игрушка такая, да, у нас там? В магазине Starfire, если я не ошибаюсь. Ну что, ребята, давайте попробуем нокаутировать ее. Starfire, это получается что у нас? Звездный огонь, что ли? Того? Ну, нас-то трое, а она одна.
Ух, боюсь, тебе сейчас будет, детка моя, жарко. Очень жарко. Эй, успокойся, малышка. Так, нечестно. На-ка, бумеранг, выкуси. Вы смотрите, сзади Старфайра стоит фигурка. По-моему, если не ошибаюсь, Бэтмена. Правда, без костюма, я не вижу. Так, ну что ты у меня, пчелка, можешь? Так, что такое? Отлично. Два маленьких лука у тебя в руке, да? Неплохо. Так, мощь. Две мощи дает. Здорово. Так, Робин. Нет, давайте робота. Но ускорее. Ах, ядрить его на корень. Ускоряемся. Ускоряемся, малыш. А теперь десяточку ей влупляем, и она готова. Пока, Старфайр. Не будет тебя не хватать. Так, ну что, кто-нибудь получит у меня уровень? Эй-те-те-те, жаль, никто не получил. 135 монеточек. Это, ребята, очень мало. Очень мало. Так, что ты мне скажешь? Как-нибудь обязательно сыграем еще раз. Ну, конечно, сыграем. Если хочешь этого. Так, что, мне нельзя бежать, елки-палки. Я не могу бегать по газону. Мне обязательно нужно бегать по дорожке. Так, поспеши. Комиксы... Базару предлагает бесплатные фигурки. Ограниченное время. А где, это? Где этот магазин Базару? Ёлки-палки, хочу магазин Базару и бесплатные фигурки. Точнее, комиксы. Бесплатные комиксы, где они? Ядрить его на корень. Так, что это такое? Что тут у нас? Комиксы. Здесь, что ли, продаются? Вряд, наверное, поди, а? Ого, это что такое? Ё-моё, доктор Лайт. Смотрите-ка, не наврали, ребята. Действительно мне дали фигурку. Бесплатно, второго уровня причем. Щедро с вашей стороны, Билли. Да, все равно не хватит денег у меня на него. Смотрите, какой-то трехголовый или там трое. Непонятные людишки. Вау, чудо Рейвен. Шикарно. Ух ты, мощный рывок. Нанеси несколько ударов по врагам. Шикарно. Так, ну денег у меня нету, поэтому что тут губешки-то раскидывать, раскатывать, как говорится. Давайте с вами что-нибудь еще здесь быстренько покумекаем, пошуршим. Главное, что фигурку получили бесплатно. И это хорошо. Мне осталось еще одну, чтобы пройти на чемпионат. Так, 150 золотых. 155, точнее. Так, а это что за ботаник тут стоит? Отличный денек для покупки фигурок, правда? В интернете пишут, что скоро мы увидим новых юных титанов. Что, правда? Ой, я имел в виду крошечных титанов, новые фигурки, ха-ха-ха. А вы подумали про мультсериал? Да я вообще-то ни о чем не подумал, я сейчас просто наковыляю, коллекционер Карл. И заберу у тебя все, что есть. Так... Да, ребята, мне действительно не хватает еще одной фигурки, чтобы я смог пройти на чемпионат. Жаль, жаль, и денежек нету. Ну, вообще-то, за победу вроде как даются деньги, да? Поэтому давайте. Что там за улыбчивая у него фигурка? Так, такой ниндзя у меня есть. Давайте глянем, на что он способен. Что ты там свою газовую пулялочку выпустил? Я же сейчас тебе по башке тут дам дубинкой. Так, давай, Робин, не подкачай. Огрей-ка его хорошенько. Вот так, отлично. Что ты там ойкаешь? Так, ну-ка, что у нас за доктор такой? Что он делает? Это что ты такой здесь? А это все свою пулявку дымовую бросает. Так, лазерный взгляд. Пиф-паф, главное, чтобы никто не отвлекал. Ну, давай глянем. Фиолетовая способность заряжается определенное время. Фиолетовая способность. Если ты нанесешь удар во время заполнения фиолетовой шкалы, действие способности прервется. Так, вроде ничего не прервалось, все отлично сработало. Так, он у меня гаденыш. Так, выбираем, выбираем. Капелька. Что нам дает эта капелька? Ой-ой-ой-ой, тихо. Ты смотри-ка, что делает, а? Блин, оглушил. 4 хп осталось всего. Ой, по-моему, добил, да? Ядрить его на корень. Вот тогда салага он оказался, этот доктор. Ну давай, Роба. Роба, не подкачай.
Блин, до трубы хотел дождаться. Но, в принципе, я еще успею. Должен успеть. И добью его. Но там еще какой-то мальчик пускоглаза нас ждет. Фигурка, точнее. Так, с этим ниндзя мы справились. Это кто такой? Что за чудо природы? Так, мощь у нас поднялась. Ну-ка, робот, давай на ускорение быстро. И зарядим ему как раз десяточку. Давай. А ну-ка, выкоси, мальчик узкоглазый. Что ты до сих пор еще лыбишься? Ох ты, это что такое было? Вот что делает, а? Подразнил меня, и у меня мощь упала. Да, а что это такое у меня? Ага, понизил он мне мощь. Ну, я думаю, мне этого хватит. На-ка, выкуси-ка лазерного бластера. Так, опять дразнил, гаденыш. А, они же-то не падают. Так что ты зря, братишка, там радуешься. Ну, а мы тебе делаем завершающий удар. А ну-ка, выкуси. Какого лешего он уклонился, а? Что это такое? Что это такое вылетело у него? Мне не нравится эта летающая штука вокруг меня. Так, блин, она возле всех, что ли? Нах тебе. Блин, не добил. Так, ну что, зато у меня 200 этих есть. Технологично. О, тихо. Ёлки-палки, каждому по 6 урона. Так, выкуси-ка на дорожку, говорится, моего бетаранга. Ну что же, ребята, мы победили. По-моему, у меня кто-то получил уровень. И, по-моему, это наша любимая пчелка. Ух ты, Робин даже получил. Так, модификация фигурок. Теперь эту фигурку можно модифицировать в башне Титана с помощью чипов. Вау. Это что-то новенькое, ребята. Так, пчелка моя родная. Ну, я думаю, что, наверное, тебе надо здоровье оставить. Так, все на этом, да? Интересно, как это я могу модифицировать свои фигурки? Мне лично очень интересно. С помощью чипов или усовершенствований? Фу! Нажми эту кнопку, чтобы переместиться в башню титанов. Отлично, перемещаюсь. И что тут у нас? Здесь можно управлять фигурками. Моя коллекция. Нажми на фигурку, чтобы открыть экран с информацией. Ну, давай нажми. Нажми здесь, чтобы открыть экран усовершенствования. Ага. На экране усовершенствования ты можешь улучшить боевые способности своей фигурки. Ага. Скармливаем ненужные или лишние фигурки силки, чтобы он усовершенствовал твою фигурку. Вот бесплатная фигурка Робина первого уровня. Нажми на нее. Вперед. Ох ты, смотри, что он делает, а? С кармливания фигурки ты заполняешь шкалу усовершенствования. Заполни ее до конца, чтобы улучшить себя. Так, шкала заполняется больше, если скармливаешь фигурки, похожие на ту, которую улучшаешь. Ага, если я хочу улучшать Робина, то, естественно, лучше скармливать фигурки Робина. Что же, все предельно понятно и хорошо. Ладно, ребята, на этом я буду заканчивать этот веселый, забавный выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. И продолжим наше путешествие, как говорится, к чемпионату фигурок. А на этом все, ребята. Удачи, не грустите, не скучайте и до скорых встреч. Can't stop bouncing.